издателю Плетневу. Пушкин умер. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он? Что заметит он? Чему посмеется? Чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое? Вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Нынешний труд мой, внушенный им, его создание. Я не в силах продолжать его. Несколько раз я принимался за перо, и перо падало из рук моих. Погодину. Ты скорбишь, как русский, как писатель. Я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто были мне все толки, я плевал на чернь. Мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшую наградою. Теперь этой награды нет впереди.